Смотрите, здесь типа бросают жребий, а здесь сделали, подкрасили, и вода течет, как будто кровь Христа течет. Да, Джесси. Да, они типа за эту мантию бросают, кому она достанется. Уж она дорогая. Дьявол типа Христу, когда он молился перед Иерусалимом, пришел, когда ученики спят. Да. Видите, ночь, Иерусалим сзади. Конечно, страшно, Джессика. Видишь, вот люди плачут. Мария Магдалена, ученики, его мама плачет. Конечно, видел Иисус. Как Иисус не знает, кто такой дьявол? Дьявол — это бывший ангел. Конечно, он же разговаривал. Ты что, забыл Евангелие начитать? Там же пишется, что к нему приходил дьявол и искушал его. Искушал, предлагал, говорил ему: откажись от этого, я тебе дам все богатство мира. А зачем ему? Потому что это и так все его. Посмотри, разбойники не сильно побиты, а смотри, как Христос побитый сильно. На нем шрамов сколько, видишь? Разбойников просто привязали, и они так и умирали. Их только потом копьем пронзили, видишь, там под ребро кололи, с удара прокалывали. И Христа последнего. Здесь вот смотри, даже как истории пишут, и смотри, цитаты из Библии на английском, видишь? Ты же читаешь по-английски. А здесь как Христос уже воскрес. Разбойников? А это как пророчество. В Библии писалось, что он будет причастным к разбойникам. Его и распяли с двумя разбойниками. Один из них не покаялся, а другой покаялся. Сказал, что я верю в тебя. И он сказал, что ты со мной сегодня же будешь в раю. А другой нет, он его злословил, ругал. То есть он не верил в Бога. Что разбойник, он что убивал?